И здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире канал LFL TV, с вами вновь бригада людей. Студенческо-спортивный интернет-канал АЖ Спорт, с вами я, Ярослав Моисеев. Со мной сегодня Екатерина Постникова и Лана Несветлана. Мы сегодня будем обозревать и смотреть с вами в 1/8. Кубка Юго-Западной Лиги играет три звездочки. МЮПИ и Росвоенпотека. Сразу же удар издали начинается. Бил Павел Аксенов. Быстренько пробежимся по составам. Попробовал Аксенов пробить, но это было рядом с перекладиной, но нерезультативно. Но тем не менее, уже первый удар поворотом для трех звездочек. Состав сегодня звездочки подвезли следующий. Павел Аксенов, 19-й, в воротах Сергей Лехин, первый номер. Балашов, 49-й, в центре поля, 55-й, Марк Балде, Гулевский, Егор, 90-й номер. Ох, смотрите, Денис Романов пытается с Игорем Цириным развернуть атаку, не получилось. Денис Романов, естественно, в деле. Капитан команды Роман Лукашов, 27-й, еще Михаил Маркин, 37-й. Владислав Масейкин, 10-й, Тиков Генри, 21-й, Тимур Тимирбулатов, 88-й, восстановился от травмы и уже играет. Игорь Цирин, 8-й. Забавно, что Тиков и Тимирбулатов друг за другом идут, потому что на турнире, внутреннем турнире Жирфака МГУ, Тиков травмировал Тимирбулатова, потом Тимирбулатов пропускал концовку чемпионата в составе звездочек, но теперь он снова в деле. Росвоенпотека сегодня привезла следующий состав. Бухаров 55-й, Ваганов 90-й, Залявин 15-й. Ой-ой-ой, атака сейчас у звездочек. Потом, нет, Романова там все-таки мяч отобрали. Дальше двигаемся. Ишков, 4-й. Конаков, голкипер, 54-й. Корсунцев, 11-й. Меркулов, 3-й. Павлов, 22-й. Подольный, 77-й. Садов, 20-й. И еще один голкипер, Шарафутдинов, 12-й. Ох, как, конечно, солнце сейчас светит против камеры, но как есть. Давно, кстати, не давали трансляции в такое раннее время, когда солнце как раз-таки... на юге. И конкретно долбит в объектив. Но в целом, все равно хоть какую-то картинку видно. Аксенов в центре поля. Отдает здесь во фланг. Здесь Масейкин. Масейкин немножко продвинулся с мячом. Отдает на Романова. Романов будет двигаться дальше. Романов найдет кого-нибудь или нет. Нет, Романов приостанавливает атаку трех звездочек, выдает назад. Здесь Павел Аксенов. Аксенов отдает на Тикова. Тиков не очень что-то понятное Генри придумал. И в итоге мяч потерял. Три звездочки. МЮПИ, как многие знают, это команда, состоящая из студентов-выпускников МГУ, которые когда-либо проявили себя в сборной МГУ. Ой-ой-ой, Аксенов, отличный пас! Цирин! Игорь Цирин вернейший момент упускает. Удар в створ ворот, но голкипер. Голкипер Росвоенпотеки играет сейчас выше всяческих похвал. Цирин вводит, отдает на Аксенова. Аксенов бьет еще раз на месте голкипер Росвоенпотеки. Ух! Вот это бодрое начало от звездочек и великолепная игра на последнем рубеже от стража ворот. Ой, прошу прощения, случайно. Счет добавили Росвоенпотеки. Хорошо, хайлайт сейчас снабжают звездочки. Пас назад. Контролирует мяч игроки Росвоенпотеки. Попробует перевести вперед, но там... там сложно. Там Масейкин. Ишков там пытался за мяч пободаться, но, знаете... Масейкин очень сильный, конечно, игрок, очень сильный защитник, против него сложно. Маркин хорошо дает во фланг, здесь Цирин, Цирин назад на Масейкина, Масейкин не торопится и возвращает обратно Игорю Цирину. Цирин в центре поля отдает на капитана, Денис Романов снова назад на Масейкина, пытается сейчас раскачать оборонительные редуты Росвоенпотеки игроки звездочек. Так, Тиков хорошо продвинулся, дал на Маркина, Маркин налево, и там атака звездочек заглохла. Да, солнце, конечно, лупит просто беспощадно, как вы видите, уважаемые зрители, и сложновато. Сложно видеть всех на картинке, если буду кого-то не называть, уж простите. Игроков звездочек я просто знаю уже как очень наш, сколько лет с ними учусь, играю, делаю для них турниры. Но так получилось, поэтому их не признавать несложно. А вот команда Росвоенпотеки давно мне не попадалась в работу, давно не видел эту команду, поэтому такие размытые черные силуэты, как на картинке, а я
комментирую по той картинке, которую видите вы, уважаемые зрители, распознать сложно. Ой-ой-ой, Гулевский! Ну, эту огромную тушу я узнаю из тысячи. Гулевский упускает момент, бьет поворотом, но голкипер на месте. Росвейн ипотека. Да, нужно им как-то сейчас мячом завладеть, но против звездочек, будем честны, у Росвейн ипотеки в принципе шансов не очень много. Да, они крепкая, хорошая команда, но звездочки очевидный фаворит этой игры. И если эта игра закончится как-либо, но не победа звездочек в основное время, это будет сенсация. Объективно, большая, серьезная сенсация, но посмотрим, что получится сегодня у команды из первого дивизиона. Команда-то сильная, крепкая и, в принципе, и в Юго-Западе довольно-таки высоко котируется, но, будем честны, не так, как в звездочках. Тиков теряет мяч, ух ты, не удалась подработка еще и Гулевского. Атака от Росвейн ипотеки, но мяч тонет на правом фланге и уходит на угловой. Ну, не совсем потонул, потому что все-таки угловой заработан, но, тем не менее, сложновато. Росвейн ипотеки на чужую половину поля выходить, пытаются их сразу же в центре поля съедать игроки звездочек, но здесь вышло, подача следует, даже получилось ударить поворотом, ну не поворотом, головой по мячу, он не в сторону ворот, но что ж, случается. Если Владимир Светков, представитель команды удара, смотрит трансляцию, пожалуйста, Владимир, напиши в чате трансляции. Просто это как хороший знак, хорошее знамение для эфира, когда есть сообщение от канала удара в чате трансляции. Ну да ладно. А арбитр сегодняшней встречи, кстати, я не озвучил, Александр Воронцов. Ух, попытка штрафного была от Росвейн ипотеки, но это мимо ворот, причем очень ощутимо. Алехин даже не попробовал шелохнуться и шага с места не сделал. Масейкин двигается с мячом, отдает на действующего тренера мини-футбольной сборной Московского государственного университета Михаила Александровича Маркина, а также тренера КПРФ-2 в высшем дивизионе КПРФ-2. Он сыграет мини-футбольный чемпионат России. Бросовая ипотека, мяч у них сейчас в центре поля. Там отыгрался Залявин назад. Ух, владеет вроде мячом футболист Бросовая ипотеки последние несколько секунд. Ой-ой-ой, Цирин! И не получилось здесь Цирину подкоролить соперника на ошибке. Успели его накрыть, и успел в первую очередь его накрыть голкипер. Команда Росвейн ипотек. Я просто отсюда даже не могу понять, кто у них начинает, Конаков или Шарафутдинов. Ну просто вообще не вижу с комментаторской позиции, а через экран, к сожалению, пока что абсолютно не видно. Но по-прежнему 0-0, 5 ударов уже у звездочек было, 4 в створ, но Росвейн ипотека пока не пропустила. Масейкин. Хорошо, на Аксенова. Аксенов. Масейкину. Масейкин попробовал дальше отдать, не получилось. Там мяч до Романова не добрался. И сейчас будет Росвейн ипотека. Пробует снова завладеть мячом и организовать атаку на ворота трех звездочек. Замена тем временем у звездочек произошла на левом фланге. Тикова, как я понял, убрали. Появился... А, нет, Тиков в оборону опустился. Цирина Игоря убрали. Появился Марк Балде. Балде в личном разговоре со мной говорил. Кстати, я только сейчас заметил, что Григория Красюкова нет. Главного бомбардира звездочек в этом сезоне. Надо прямо сейчас Грише написать. Не знал, что его не будет. Узнать, почему его нет. Так, секундочку, Грише напишем. Так, я снова с вами, уважаемые зрители. Прошу прощения, маленькая заминка. Ух! А тем временем было опасно у ворот звездочек, пока я отвлекался на общение с Григорием Красюковым. Масейкин. На Балде. Ух, Балде. Очень рискованный и опасный пас, но не получилось из этого обреза, хотя могло.
Ой! Невероятно! Боже мой! Какой гол удается Росвоенной ипотеке? Это просто какое-то сумасшествие! Как звездочки здесь ошиблись! Ой-ой-ой! Очень нерасторопная игра. Да, Масейкин, Алёхин друг друга не допоняли, и это стопроцентный гол. Да, аж видите, у нас взбесилось все на свете, и 1-0, Росвоенная ипотека впереди. Вот это поворот событий. Какой гол, как ошибся Масейкин, как ошибся Алёхин, и что-то Балта пока в игру не включился, пробовал обыграть оппонента, но не получилось. Еще один момент у Росвоенной ипотеки, но мимо ворот. И хорошо сейчас пробежался здесь по правому флангу Петр Павлов. Отобрал мяч у Балды и пролетел электричкой, но забить не сумел. Пробил рядом с ближней штангой. Романов назад. На Масейкина, на Масейкина ищет партнеров. Романов, Аксенов. Так, в центре поля. Снова теряет мяч звездочки. Как-то звездочки после незабитых возможностей, упущенных моментов, как будто уснули. Или по новой не проснулись. Но Росвоенная ипотека завладела инициативой и пока как-то контролирует игру. Ой-ой-ой. Пробовал Садов там что-то соорудить, но не получилось. Брать не мяча от Балда сразу на Масейкина. Масейкин направо на Маркина. Маркин ищет партнеров. Переводит здесь в центр на Масейкина. Масейкин хорошо убирает. Владислав очень спокойно играет на опыте. Еще неопытный выпускник Московского государственного университета. Ой-ой-ой, Романов. Романов отдает на Маркина. Маркин пробует доставить мяч до Балды. Балды! Марк! Боже мой, какой момент Марк Балды упускает. Это просто кошмарище. Да что ж такое, Марк просто в игру войти не может. Давайте посмотрим этот упущенный момент. Хорошо, там Маркин с Романовым все сделали на фланге. Отличный пас на Балды. Балды просто дошел и Балды убил воробья. Просто летящего мимо, надеюсь, не попал в него все-таки. Но это, конечно, прямое птицеубийство. В таких ситуациях надо забивать, а не бить выше ворот. Но что ж поделать, полулетящий такой мяч, по нему сложно попасть как надо. Даже такие профессионалы, как Марк Балды, могут сплоховать, и вот Марк сплоховал. Тимур Тимербулатов тем временем появляется на поле, заменил он Дениса Романова. Восстановился после травмы Тимур, надеюсь, все нормально, и сейчас он покажет свой лучший футбол. Аксенов дает на Тимербулатова, Тимербулатов хорошо на Маркина. Маркин туда дальше на Балашова, и на Балашова и фалят. Интересно, схема сегодня какая-то у звездочек, как будто они играют не типичный для ЛФЛ 3-3-1, а 2-4-1. С двумя центрами. Интересно, пока это выглядит. Аксенов. Аксенов. Отдает на ближнюю здесь Балда. Балда не торопится. У Балды новая прическа. Марк очень часто их, конечно, меняет. Аксенов. Романов. Отдает на Маркина. Маркин. Есть у него варианты. Отдает на Балашова. Балашов не стал продлевать сразу же на Тимербулатова. Дал на Балды. Балды в касание скинул Аксенова. Не получилось тому Аксенову мяч обработать. То что если бы получилось, он мог бы там дальше отправлять на его на Тимербулатова. Но не срослось. Ух, жестко. Чуть мяч не стал причиной столкновения нога в ногу. Но главное, что столкновение не случилось. Росвоенная ипотека. Снова у них мяч, снова неторопливо. Будут пробовать перевалиться на чужую половину поля. Один гол им уже подарили, три звездочки. И три звездочки с тех пор как-то немножко подстихли. Но думаю, это временно. Маркин, хороший перехват. Сразу же выдает туда на Романова наперед. Романов летит как паровоз. И при этом, смотрите, мяч теряет. Но Романов вообще потрясающий игрок, если честно. Может быть, он не самый там техничный игрок звездочек, но какой он работяга, это просто кошмар, как он рубится за мяч, просто воин. Любая команда, конечно, хотела бы иметь такого капитана-воина, который готов рубиться за любой мяч, за любую возможность. Балды на Тимербулатова, Тимербулатов хорошо обратно на Балды, Балды назад на Маркина, Маркин
двигает мяч вперед. И Тикову не в движение как-то дал. Тут сложно сказать, кто виноват. Тиков двинулся поздно и... Нет, это мид-формат. Сейчас у нас сегодня пришел игру смотреть игрок рубинного клуба ЦСКА Кирилл Кузнецов. Он часто появляется в трансляциях команд от GFSport на разных ресурсах. Как комментатор регби, комментатор-эксперт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рос военная ипотека 2-0! Боже мой, какой удар! Какая атака! Не без фарта, конечно, но тем не менее, как Рос военная ипотека все сделала? Вот это да! Вот это у нас развитие событий на виражах. Второй удар в створ от Росвоенной ипотеки и снова гол. Получил здесь на фланге мяч Петр Павлов и пробил так плотно низом в дальний угол ворот. Алехин выручить не сумел. 2-0. Вот это да, если честно, это попахивает пока сенсацией. Конечно, звездочки могут вернуться в игру. Потому что звездочкам очень нужен кубок, у них очень большой настрой на кубок. И Артем Сергеевич Цирин, руководитель команды и ее главный тренер, поставил перед командой задачу выигрывать кубок Юго-Запада. Ух ты, Балашов, классно принял мяч, ай-яй-яй-яй, но принять-то принял, а вот дальше ничего не сделал, выпустил мяч за линию аут. Тяжело пока дела идут у Росвоенной ипотеки. Ой, Росвоенной ипотеки наоборот, все прекрасно. Вот у звездочек очень тяжело. По идее, счет должен был быть где-нибудь 3-2 по тем моментам, которые были у звездочек. Но пока... Пока Росвоенная ипотека использует свои возможности. Причем использует их безукоризненно. Особенно учитывая, какой первый гол был очень курьезный. Масейкин сделал не пойми что, не пойми что Алехин. У меня лично случился определенный флешбэк с игры МГУ-94. Нечто подобное у меня было в несогласованных действиях с Флягиным, но это для тех, кто смотрит КЛМ, другие не поймут. Балашов. Ох, хорошо, он отыгрывается с Тимирбулатовым. Балашов на Тимирбулатова, Тимирбулатов. Отличный пас, и, боже мой, Марк Балде. Да что ж такое, у Марка сегодня просто не пошло пока что. Успел пробить поворотом, пробил в створ, но пробил очень неудачно. Сложный, конечно, был пас, но он его принял, бил с разворота, но с разворота попал по мячу не очень удачно. И Маркин сейчас еще привозит момент. Ох, ну знаете, когда ошибается игрок такого уровня, как Маркин, то вообще удивительно, что сегодня со звездочками происходит. Так, Тимирбулатов. Движение команды дает Аксенову. Аксенов на Маркина. Маркин. Отдает на левый фланг. Здесь Балде, Балде. Хорошо, ух, на Балашова, но Балашов к мячу не успел, но там на подхвате Аксенов, Аксенов. На Цирин, и будет ли там удар по воротам? Ай-яй-яй, звездочки, не попадает в створ Тимирбулатов. Не признаю сейчас Тимура, не сразу. Потому что он прическу поменял, побрился. Обычно Тимур это такие длинные волосы черные, борода. Сейчас ни бороды вообще, ни намека на нее, даже щетины нет. И прическа такая короткая, как будто он... Снимался сейчас в фильме «Тарас Бульба», потому что там все персонажи казаки были с такими короткими прическами, ну, молодые казаки. А, не все, там сын, который шел к полякам. Ну ладно, меня занесло. Да, для звездочек очень сложная игра, а для роутера LFL Юзао так вообще. Так, прошу прощения. Все хорошо. 10 минут осталось в первом тайме, пока звездочки проигрывают. Честно говоря, это выглядит все очень неожиданно. И сами увидите, какие моменты звездочки не забивают. Очень убойные, практически, я бы сказал, 100%, но голов нет. Аксенов разгоняет атаку своей команды, отдает на Тимирбулатова. Тимирбулатов. Раскачивает соперника, да это Балашов, а Балашов какой гол! Боже мой! Тут аж роутер чуть было не развалился. 2-1 счет становится. Все-таки звездочки забивают. Воспользовались они своей возможностью. Хороший гол. Классно, Тимирбулатов выдал на Балашова. Увидел Балашова, Балашов в касание. Не уверен, что Балашов в этот момент бил. Но получилось очень и очень знатно. 1-2 сейчас становится.
Еще 10 минут играть в первом тайме. Вовремя звездочки забивают. Много еще, конечно, впереди в этой игре. Очень интересно. Главное, что звездочки забили в первом тайме, потому что дальше можно ждать уже интересное развитие событий. Так, Балде. Ух, подсунул Семиру Булатову, но все равно мяч каким-то мистическим образом остается у звездочек. Аксенов пробует высоко встречать Росвоен Ипотека, надеясь, чтобы сразу организовать контратаку. И тут на Балде фалят. Второе нарушение правил у Росвоен Ипотеки за первый тайм. Ох, хорошо, Тимур Булатов мгновенно разыгрывает и дает на Балашова. Балашов. Хороший пас на Тимир Булатова. Тимир Булатов мяч корпусом закрывает. Когда Тимир Булатов его корпусом закрывает, у него отобрать очень сложно. Миньковская школа, все дела. Конакова, сила, ну да ладно. Аксенов. На Маркина. Маркин ищет варианты. И дает спокойно назад на Павла. Павел на Тимир Булатова. Ой, на Балде. Павел вперед на Балашова. Балашов по мячу не попадает ногой, а жаль. Можно было там пробовать сразу организовать интересную атаку. И там причем хорошо Балда выбегал на Балашова, но не случилось. Выбивается мяч. Тимир Булатов здесь постраховывает и уже вперед начинает разгонять атаку Аксенов. Хорошо на Маркина. Маркин не решил сам попробовать во фланг пойти. Отдает на Балашова. Балашов на Цирина. Цирин на Лукашова. Лукашов пробует прострелить. И это было близко. Но голы из этого момента нет. Но угловой звездочек остается. Цирин подает. Ух, чуть не дошел мяч до Балда. Есть, я знаю, одна секретная. Секретная домашняя заготовочка у Тимир Булатова и Балда. Это еще у них заготовка идет с тех времен, как Тимир Булатов был не аспирантом МГУ, а был еще студентом Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политеха. Когда-то это был отдельный вуз, Московский государственный университет печати имени Федорова. И вот они там играли вместе. Наигранная у них связка, конечно, очень сильная, но у них есть одна такая комбинация, которую пока они в ЛФЛ еще ни разу не показывали. Причем комбинация, да, из мини-футбола, но она потенциально может работать в любом формате. Балде. Балде сегодня вообще без замен. Тимир Булатова тем временем заменили. Маркин. Ух ты, хорошо доставлять между Гулевского. Гулевский. Ой, классная атака удается сейчас у звездочек. Лукашов. Чудом сохраняет мяч и дает на Балашова. Балашов как не забивает, Балашов! Боже мой, звездочки! Они сегодня доведут до инфаркта своих болельщиков. А, и опять они играют как Лидс Юнайтед. Ну это кошмар какой-то. Триллиард моментов и очень мало забитых мячей. Конечно, Лидс в последнее время стал много забивать, более или менее. По крайней мере, игра с Астон Виллой была просто великолепной с точки зрения реализации. А то, что творит Патрик Бэмфорд, кажется вообще какой-то сказкой и неправдой. Но, тем не менее. Но даже в той игре с Астон Виллой, кто вот в курсе английской премьер-лиги, могли видеть, Лидс пробил 27 раз, чтобы забить 3 мяча. 27, то есть только один удар из 9 и приводил гол. Это все равно не очень-таки статистика. Ну и звездочки уже двигаются к этому. У них 10 ударов и только один гол. Кошмар. Балашов. Ух ты, Балде, ну по ногам получал Балде, но нет, не фиксирует Александр Воронцов в данном случае нарушение. И сразу же резкая такая контратака идет от Росвоен Ипотеки. Ишка имел возможность там отличиться. Но все-таки Алехин отбился, ну как-то не очень надежно Романов играл. Ну и нарушение правил со стороны Ишкова там было зафиксировано в какой-то момент. А, не нарушение правил, прошу прощения, там просто мяч ушел от него. Балде. С Гулевским отыгрывается, здесь Романов разгоняет атаку, пробовал Лукашов с ним в касании отыграться, не получилось. Гулевский. На Маркина. Маркин
Ой, хорошо, но Балашов классно делал в касание на Цырина, но не попал в движение Цырина. Игорь там что-то очень нецензурное, нецензурно воспроизводимое сказал своей команде. Ну да ладно, надеемся, звездочки еще покажут, что они не просто так, звездочки. Так, замена. Тем временем Генри Тиков появляется на поле, Романа Лукашова он меняет. Хорошо, Гулевский скидывал на Балашова, но до Балашова мяч не добрался. И Росселлен, ипотека, пробует организовать атаку. Балашов вместе с Балдой пытается отобрать мяч. Гулевский тоже пробовал это сделать, но не получилось. Росселлен, ипотека, продолжает атаковать. И все-таки добираются до отбора. Звездочки. Балашов. Есть у него на левом фланге, по идее, Балда. Не, он дает на Цырина. Цырин. Там, к сожалению, за мяч не зацепился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, атака может здесь получиться. Есть один на фланге, но Ишков не торопится. А давать пас на Петрова. Ой, на Павлова. На Петра Павлова. Петрова, что говорю. Так вот как раз Павлов. Играть назад. Шарафутдинов. Так, Шарафутдинов. Ух, далеко убивает. Голкипер у своей на посеке. Не удается за мяч зацепиться Гулевскому. Такая, знаете, небольшой бей-беги, не опускай мяч на землю. Было некоторое время на поле, но потихоньку звездочка все-таки мячом завладевает. Маркин. Отдает на Аксенова. Аксенов. Попытка удара издали. Решил доставить проблемы Шарафутдинову, но это мимо. Увы, для звездочек, конечно. Ну, не мимо, в защитника, но тем не менее гола нет. Хотя, на самом деле, Аксенов может и оттуда забить. Удар у него мама не горит. Много раз я видел его забивные лонгшоты. И правильно делали игроки РСВ на потеке, что накрывали 19-го номера звездочек. Маркин хорошо играет, но не до конца у него получилось мячом завладеть, но при этом Аксенов тут как тут, и сейчас будет атака именно от трех звездочек, а не от РСВ на потеке. Аксенов отдает на Маркина. Маркин. Хороший пас. Здесь Тиков разгоняет атаку своей команды. Тиков. Хорошо бежит Генри, но и зарабатывает, да, нарушение правил. Со стороны РСВ на потеке Генри молодец. Генри, конечно, очень критично к себе относится, в целом часто недоволен своей игрой, но это он делает неправильно, потому что в целом он часто показывает хорошую игру. Главное, холодная голова. Вот когда Генри выходит с холодной головой, он один из лучших вообще на любом уровне, на котором он такого уходит. Главное, чтобы выходил именно с этой головой, холодной головой. Разыгрывают звездочки, и Гулевский, будет гол или нет? Да, все-таки запихали! Гриши Красикова, конечно, нет, но гол все равно случился. Там Балды, по-моему, запихал, или Тиков, так и непонятно. Надо повтор, конечно, пересматривать, чтобы однозначно сказать, кто там запихал. Ну, давайте посмотрим. Все-таки, кому этот гол-то записывать? Так, вот пробил Аксенов. И нет, это все-таки с головы Аксенова гол заходит. Паса там не было никакого, скорее всего. Но, тем не менее, гол Павлу Аксенову. И что же, 2-2. Интересно, у нас первый тайм. Команда обменялись забитыми мячами. Очень-очень красиво. Маркин пробует довести мяч до Цырина, доводит. И у Цырина отбирает такое, вынося мяч за линию аут. Ну вот это я уже узнаю. Звездочки начали потихоньку забивать. Тиков. Очень классный пас дает на Цырина. Цырин на Тикова. Тиков пробует доставить мяч на партнера. Не получается у Гены. Не получается. Что ж, основное время первого тайма уже практически завершилось. Остаются считанные секунды. Скоро услышим мы свисток на перерыв от Александра Воронцова.
Осталось чуть-чуть. Шарафутдинов. Не выносит сам мяч. И да, все, с выносом. Воронцов дает свисток. Что ж, уважаемые зрители, статистика у нас по первому тайму следующая. 12 ударов звездочки, 5 Росвин ипотека, 8 ударов в створ у звездочек и всего 5 у Росвин ипотеки. Ой, 2 у Росвин ипотеки, но при этом счет 2-2. Интересно, интересно. Ну что ж, посмотрим, что будет во втором тайме. А пока уходим на перерыв, смотрим яркий хайлайт под заводную и старую музыку. Listen. I am right. It ain't no breaking me. I am right. No shaking me. I am right. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather. But I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we can go make it like Eve and them two locks said. Who not better for about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings. Not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Take them sour lemons, make lemonade and stop sucking. I am right, it ain't no breaking me. I am right, no shaking me. I am right, it ain't no earthquake kiss me. I am right. Dusty, but y'all already know what's underneath. Give me some time and keep applying pressure. Watch me shine like the ex-bad boy. It'll all be fine. Dig down deep, search for the energy I can't lose. Get in touch with that inner energy. Game face on, see this mug, you remember me. Focus out the pain, ignore any injury. Then again, I am rock, can't really injure me. Ship off a piece, all you gon' get is a little me. Got one from almost every tough time in my history. The new team rock, brother, are you still with me? Got a bunch more. During my last stage of misery, my little G's, that shrimp to me. Are you kidding me? I get stronger every time they try to finish me. Don't die, we multiply. Can I get a witness? I am right, there ain't no breaking me. I am right, no shaking me. I am right.
Что ж, уважаемые зрители, снова я с вами, Ярослав Моисеев. Продолжаем мы смотреть матч «Три звездочки» Росвейн Ипотека. Пришлось немножко дольше мне быть вам быть без моего голоса. Недавно я переболел. Хорошеньким таким отсутствием голоса. Довольно-таки долго восстанавливался. Сорвал я себе очень сильно голосовые связки в игре Аминевой и... Господи, с Меркурием, боже мой. Потрясающая игра была, просадил себе весь голос в ноль. Кто смотрел эту трансляцию, напишите в чате трансляции, что вы смотрели, слышали, как я убивал свой голос. И убил я его довольно-таки знатно. Потому что восстановление мне заняло какое-то время. Боже мой, что с нашим роутером здесь, это вообще страх господин, но вроде бы работает. Масейкин. Отдает нам Гулевского, Гулевский. Разгоняет атаку в центре поля своей команды, но не торопится. Гулевский отдал на Маркина, Маркин на Аксенова, Аксенов на Гулевского. Боже мой, какая тактика! Какая тики-така была, но Гулевский с одной из передач ошибся. А вот если бы не ошибся, было бы, конечно, крайне интересно посмотреть на возможности завершения от атаки, но уже как есть. Масейкин. На Маркина, Маркин. На Аксенова, Аксенов. Назад на Масейкина, Масейкин. Хорошо, на Аксенова, Аксенов. В центр на Цирин, на Цирин. Пробовал довести до Гулевского, но не получилось. Росвейн Ипотека завладели сейчас мячом и пока его не теряют. Молодцы. Залямин. Да, солнце спряталось за тучами, сейчас хоть видно стало, потому что в первом тайме был ужас. На картинке сложно было различать игроков. Впереди Ваганов за мяч зацепился. Есть у него варианты, отдает назад на Залявина. Залявин снова на Ваганова. Ваганов что будет придумывать? Отдает на Меркулова. Меркулов дальше на Залявина. Залявин, ух ты, выцарапывает мяч и чуть было не довел. До партнера, и там подольный был готов замыкать, но хорош Алехин. Маркин пытался качнуть соперника, он даже виду не подал. Подольный хорошо отыграл, тут Тиков просил нарушение, но не замечает здесь ничего Александр Воронцов. Аксенов на Масейкина, Масейкин на Маркина, Маркин. На Тикова, Тиков через Маркина на Аксенова. Аксенов с Гулевским друг друга не поняли. Гулевский ждал вообще в другой точке, а Аксенов, видимо, мысленно подумал, что Гулевский забегает туда. Ну что же, даже у многолетних партнеров по сборной МГУ бывают какие-то несогласованные действия. Ой, хорош, Цирин. Ах, пробовал сразу же на Тимербулатова доставить. И Тимербулатов-то в итоге до мяча добирается. И Тимербулатов попробовал довести мяч до капитана команды. Но толстный пас получился. Именно толстный, не точный, а именно толстный. Что поделать. Так, тем временем. Просто моя ипотека готовится... Вести мяч из ворот. Замена вратаря, кстати, прошла. На второй там Конаков вышел у Росвейн Ипотеки вместо Шарафутдинова. Шарафутдинов пропустил два в первом тайме, но в целом отыграл очень достойно. Несколько раз выручил в крайне сложных ситуациях. Тимербулатов. Ух, классный пас на Аксенова. Диагональ через все поле практически. Теряет мяч игроки звездочек, но там уже Тиков на подхвате. Отобрал мяч у Росвейн Ипотеки. Романов на правом фланге. Аксенов. Ой-ой-ой, Цирин, Аксенов. Ну, будет удар или нет? Тимербулатов бьет, попадает в ряд защитников. Утонула атака звездочек в защитниках Росвейн Ипотеки. Но красиво делали, но был какой-то момент эффект несогласованности. Тиков. Не. Генри, хорошо. Хорошо по мысли было, но не точно. В створ не попадает. А, стоп. В створ попал Генри. Добавим еще один удар в створ, потому что там, видимо, вратарь отбил.
Просто я не углядел спасение. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Какая авантюра Михаила Александровича Маркина. Попробовал он закинуть за шиворот голкиперу, но не удалось с точки угловой попасть в дальний угол ворот Конакова. Да, это, конечно, я только сейчас додумал, знаете, до определенного флешбека. Интересно, есть ли какой-то фактор флешбека сейчас у Тимербулатова в голове, потому что Тимербулатов родом из Конакова, Конаково, и играет на чемпионате области за Конаково в мини-футбол, и ему сейчас нужно забить гол Конакову. Ладно, это такие шуточки комментаторские. Ну, просто забавно. Забавное совпадение получается. Надеюсь, никого такое совпадение не обидит. Ничего личного, просто забавно. Маркин. Так, тем временем Балашов на поле появляется, Гулевский уходит. Не, и Аксенов еще уходит. Интересно, целый ряд замен. Масекин на ближнюю бровку. Здесь у нас Тиков. Тиков отдает на правый фланг, там Тимир Булатов, ух, пробовал хорошую передачу Тимур на Балашова, не получилось, и уже бегут в защиту игроки трехзвездочек. Тиков классно отыгрывает Генри, но вообще Воронцов не реагирует на удары по ногам Генри Тикова. Ну да ладно, Генри, главное не заводись. Маркин. Хорошо, на Сцирином они отыгрались, Маркин продвинулся немного вперед, дает здесь в движение уже Тикову. Тиков пробует сам разогнаться, дает хороший пас на Тимербулатова. Тимербулатов качнул соперника и попробовал там выдать пас на Тикова, но не получилось. Накрыли Тимура, но это, конечно, жирфаковская связочка работает. Хоть и у них иногда возникают очень странные взаимоотношения на поле, и недавно на внутреннем турнире жирфака МГУ Тиков травмировал Тимербулатова, но они там, правда, сами оба виноваты. И Тимербулатов завелся, и Генри завелся. Зачем они это сделали, непонятно. Но, конечно, прыжок Генри сзади с двух ног под колено Тимур — это было вообще какое-то безумие. Но уже они все давно выяснили, все давно со всеми поговорили, все нормально. Но какая возможность сейчас была у звездочек. Но опять гола нет. 2-2. Интересно, пока под копирку тайм развивается, главное, чтобы совсем под копирку не пошел, потому что также в первом тайме первые 10 минут были доминирования от звездочек, но они не забивали, а потом пошли голы от Росвы на потеке. Ох, Тимир Булатов классно отыгрывает с Балашовым там. Титиковым дальше. Хорошо продлевали мяч, но не получилось. Но смотрите, Балашов подхватывает, отдает на Цирина. Цирин пробует перевести на Романова, но не получилось. Перехватили сложный пас от Цирина. Балашов там пробует всех обыграть, но не получается. Фолит Балашов. Нарушение правил с его стороны Александр Воронцов фиксирует. И сейчас будет уже атака от команды Росвоен Ипотека. Бухаров. Хорошо, кстати, головой может играть Бухаров, если стандарты будут. По крайней мере, когда он играл за КамАЗ, несколько раз мне посчастливилось комментировать его головой. Давно это, конечно, было. Как любит Тицкой лиги, все динамично. Очень многие вещи довольно-таки быстро меняются. Маркин. Ой, хорошо, развернул оппонента, дает на Масейкина. Масейкин здесь, на ближнюю бровку. Здесь уже Тиков готов разгонять атаку своей команды. Тиков... Много интересных движений. Ой-ой-ой-ой. Хорошая по задумке была передача на Тимир Булатова, но перехватили. Может быть, чуть сильнее или чуть сложнее траекторию, и был бы просто фантастический пас. Особенно если бы Тимир Булатов там бы дожал до голешника. Романов. Хорошо. Скину. Маркин. Ох, Маркин классно отборолся. Ой-ой-ой, а вот Балашов очень неклассно мяч потерял. И сейчас контратака получается. Росвоен Ипотеки может что-то опасное получится сделать. Но Ишков немножко притормозил атаку, его уже обокрал тот же Балашов, который и напожарил, и Тимир Булатов там уже на подхвате помог. Балашову отдал на Тикова, Тиков разгоняется. Тиков классно обыгрывает двоих, это стопроцентное нарушение правил. И даже можно желтую показать.
Генри возмущается, что нет желтой карточки. Генри, не надо, пожалуйста, Генри, все. Успокойся. Жалко, конечно, Генри меня не слышит, но вроде спокойно разговаривает с арбитром. Просто знаю, как, сколько раз видел, как Генри получал карточки за разговоры с арбитрами. Но вроде Генри большую работу над собой провел и в последнее время радует. Своей правильной эмоциональностью на поле, без вот этих тиковских излишностей, из-за которых он получил, собственно, иногда его шуточно называют теплый, а не тиков, как раз таки за его очень теплые эмоции на поле. Сейчас Генри уже перешел в другой разряд, вроде бы с эмоциями проблем больше нет. Маркин отдает Масейкин. На Маркин. Хорошо, Владислав. Ух, не очень надежно играет, но при этом, смотрите, все с Цырину у них получилось. Цырин классно использует пространство и скорость своих ног. Игорь дает на Тимирбулатова. Тимирбулатов играет очень надежно. Назад на Масейкина. Масейкин просит движение от партнеров, но движения особо нет. Подкрылся под него Маркин. Длинная передача! Ай-яй-яй. И там угловой. А, нет, просто аут. Показалось, что угловой. Глюканул у меня, прошу прощения. Тиков! Ой-ой-ой-ой-ой! Тимур Булатов, ты куда ты лупишь? Боже мой, ой, Тимур, какой момент! Боже мой, Тимур, ну... Так же до инфаркта недалеко. Не туда счет я посчитал случайно, извините. Боже мой, как Тиков тут все сделал. Классно, какой пас он выкатил на Тимирбулатова. Тимирбулатов пробил выше ворот. Да, Тимур сам расстроен. Тимур, если посмотришь трансляцию, увидишь этот момент. Прости, что я так закричал. Так же, как и ты, расстроен этому моменту. Но жалко. Такие моменты обычно, конечно, Тимур превращает в голы. Но даже и у супер игроков случается... Проруха, ну как все сделал Генри? Генри молодчина, просто по правому флангу ушел от половины команды Росвоен ипотеки, выдал прекрасный пас на Тимирбулатова. Тимирбулатов великолепно вроде бы все делал, бил, но корпус не положил, ну пробил очень-очень высоко. Ну как там бьется? Балашов, и нарушение правил со стороны Балашова. Или это пенальти? Это пенка. Ух ты. Я не увидел просто жестикуляцию Воронцова, поэтому не мог точно сказать, что это. Но все получается для звездочек очень-очень даже знатно. Давайте смотрим. Классно здесь головой скинул Тимирбулатов, да. Да, Балашов молодец. Заработал пенальти. И сейчас, конечно, его надо исполнять. И сам Балашов идет бить. Балашов бьет. Ой-ой-ой, на грани. Это было на грани, можно было и не забить. Но все-таки это гол, и счет становится 3-2. Молодец, Балашов. Давайте посмотрим, как он пенальти исполнил. Конаков. Ну, чуть было не вытащил. Да, чуть было не вытащил. Ну что ж. 3-2 счет. Все по делу. По крайней мере, в том смысле, что... Заслужили звездочки этот забитый мяч. Долго они к нему шли. Так что абсолютно заслуженный гол. И классно, там Балашов отборолся. Он мог забивать в той ситуации. И уже там у игрока Росфинетики не было выбора, кроме как фалить. Готовится ввод мяча из-за линии аута. Корсунцев. Длинная передача вперед. Павлов там за мяч цепляется. Подольный на подхвате, но его накрывает Масейкин. Не, ну во втором тайме звездочки доминируют, если честно. По счету, конечно, уже должно было быть где-нибудь, наверное, 5-2, ну, побольше. Ну, момент Тимбербулатова, это, конечно, было просто безумие такое. Нужно реализовывать.
Ну, бывает, бывает. Мяч не влёг в ногу, корпус не положил. Тут много возможностей для ошибки. Но стоит отметить, что это первая игра в ЛФЛ после неприятной травмы колена для Тимура Булатова. И неудивительно, что это такая ошибка. Желтая карточка для Балашова. Желтыми карточками команда обменялись. По одной и у той, и другой команды. Единственное, так и не увидел с этой дистанции. Надо будет пересмотреть повтор, а кто пенальти-то привез для Росовой на Потикин. Ну, желтые карточки есть у обеих команд. И сейчас штрафной. Попытка удара. Ух. Слушайте, а по мысли-то было интересно, но это мимо, конечно. Мимо. Не в створ. В целом, команда довольно-таки не грубо играет в корректный футбол. И фолов не очень-таки много. Хотя Генри довольно-таки много достается сегодня. Но тем не менее. Балашов. 12 минут остается играть в этой игре. Балашов бьет издали. Ух, Балашов. Попытка интересного удара, но это слишком далеко. Интересно, что на позиции центра форварда играет Марк Балде. Так, а Тимир Булатова с поля не убрали. Тимур Булатов на поле. Ой, а вот это нужно использовать. Ну, надеюсь, будет у Тимура возможность показать секретную связку в ШПМ, которая когда-то очень сильно работала даже на межвузовских чемпионатах. Ух ты, Тимир... Тиков. Это на Тимир Булатова. Балашов. На Балде, Балде. Отлично, выкатывает на Маркина. Маркин дальше на Аксенова. Ай-яй-яй. Ну, хорошая комбинация была. Хорошая атака. Много-много хороших передач от звездочек. Но вот краткое недопонимание тренера и подопечного. От Маркина и Аксенова. Ну да ладно. Не так часто Маркин приезжает. И иногда, именно когда сам выходит на поле, у него возникают такие крошечные недопонимания со своими подопечными по мини-футбольной сборной МГУ. Вот интересно, интересно, у них такая дискуссия футбольная идет у Маркина и Аксенова. Очень интересно. Жалко, что на них нет микрофона, я бы послушал. Балашов. Ух, пробовал достать между Тимир Булатова. Очень сложную передачу, но не получилось. И фол опять со стороны Балашова. Балашову нужно чуть аккуратнее играть. У него все-таки есть желтая карточка. Росовый Напотек атакует. Бухаров. Ой-ой-ой. Фалить Тимир Булатов. Сфалил на Корсунцева. И извинился Тимир Булатов. Не хотел фалить. Но так случилось. Корсунцев очень хорошо закрывал мяч. И Тимир Булатов случайно свалит. Бухаров отдает назад. На Конакова. Конаков. Дает голкипер Бухарову. Бухаров. Ой-ой-ой. Чуть было не накрыл здесь Балашов оппонента. Но не получилось. Гулевский поднажал соперника и вынуждает его играть с голкипером. И чуть было угловой не соорудили здесь игры, игроки Росовой Напотеки у своих ворот. Но все-таки Конаков тут и там. Далеко выбивает Конаков. Тимир Булатов накрывает. Не дает мячу добраться до Ишкова. Вообще, в целом, Росовой Напотека достойно смотрится. Очень хорошо не обороняется против звездочек. Конечно, если... Чисто голые цифры смотреть. Владение мы, конечно, не считаем, но владение было бы очень-очень в пользу звездочек. Но вот по ударам преимущество звездочек, конечно, колоссальное. Но в целом, да, звездочки владеют игрой, у них есть игровое преимущество. Но в первом тайме необязательная ошибка в обороне. Потом очень хороший гол просто от Павлова. Прекрасный удар в нижний угол. Ух ты, возмущен Балашов, что не зафиксировано нарушение правила. Корсунцев воспользовался этим, пробежал вперед, пробил, но пробил не точно. Седьмой удар для Росовой Напотеки в этой игре, но пока не, пока мимо. Масейкин не стал придумывать, кому отдавать передачу на чужой половине поля, отыгрался с Маркиным. И снова с Маркиным они пока вдвоем играют. Ну вот уже добавили третьего Аксенова. Аксенов обратно на Маркина. Маркин очень хорошо. Но Гулевского. Гулевский. Гулевский сам бьет. Гулевский перекладина. Егор. Боже мой. Не, ну такое забивать, конечно, надо. Классно все сделали. Такие длинные, красивые передачи. Егор продвинулся. Никто его не накрывал. Решил, ну а что здесь сочинять? Какие-то пасы надо бить. Пробил. И пробил-то без шансов для Конакова, но попал в перекладину.
Тимербулатов, Гулевский вдвоем пробовали Павлова накрыть, но Павлов Юрки выкрутился. Мяч у своей ипотеки остается. Тут пробуют мяч отобрать игроки звездочек, но пока не очень успешно с точки зрения продвижения туда мяча к чужим воротам. Росвин ипотека, но все-таки мячом она владеет. Команда, играющая сегодня в белых майках. Если вдруг кто не понял. Ну, это Конаков уже подал пас своему визави. Маркин. Хорошо переводит на Тимербулатова. Тимербулатов не торопится. Отлично на ближнюю бровку. Здесь Гулевский. Гулевский. Назад. Тимуру. Тимур туда уже. На Михаила Александровича. Тот уже на Балашова. Балашов. Что сделает? Ух ты, Балашов. Раздел соперника. Еще одного обыграл. А уже второго. Уже точнее третьего. Не получилось у Балашова отыграть. Но делал вообще на самом деле Балашов красиво. Можно сохранить даже для хайлайта. То, как он между ног соперника раздел, это на таком уровне ЛФЛ не так часто кому удается так раздевать своих оппонентов, но тем не менее было красиво. Ой-ой, Ишков организует атаку своей команды, бьет по воротам из очень сложной ситуации, но это было не опасно, будем честны. Ну и там уже накрывали его, кстати. Конкретно, и особо, наверное, у него вариантов, кроме как попробовать так пробить по полной программе, и не было. Тимербулатов. Ой-ой-ой-ой, Тимур. На грани того, чтобы быть якорем, сейчас играет Тимур. Его еще и обыгрывают довольно-таки легко Корсунцев. Корсунцев закопался здесь во фланге. Гулевский. Гулевский классно отыгрывает в этом эпизоде. И сейчас Егор будет вводить мяч в игру. Егор. Кому, интересно, он отдаст этот мяч? Ждем. Ждем какой-нибудь решение Гулевского. Там какие-то замены у звездочек. Игорек, не надо, Игорек! Балде. Отлично, зацепился за мяч. Балде. Отличный пас от Романова на Аксенова. Там Балде. Балде. Ай-яй-яй. Не совсем у них пока такая сыгранность, конечно. У Марка и Павла, но ничего, еще будет. Гулевский. На Маркина, Маркин. На Тимербулатова, Тимербулатов. На Маркина, тот еще дальше. На Балде, Балде. Ух, пробовал в касание перевести, очень сложно. На Аксенова, и тут перехватил. И Гулевский, Гулевский, боже мой, как Конаков-то тащит. Марк еще бьет, еще. Еще спасение от Кадакова. Аксенов, да куда же вы, звездочки, что вы творите, паразиты? Паразиты, забивать надо, ну инфаркт, ну доведете же, ну доведете же. Четыре удара в створ подряд и нет забитого мяча, это же кошмар. Просто кошмар, что звездочки творят, это просто феноменальное разбазаривание моментов. Ну, нужно забивать, при всем уважении к Конакову, он, конечно, тащил здесь страшно, но звездочки в него били в паре эпизодов. Ой-ой-ой, еще одна возможность у звездочек. Ну, надо было забивать, ну, ребят, это уже просто определенная форма мазохизма над собой даже. Очень длинная атака получилась у звездочек. Тут, знаете, для хайлайта повторно 22 секунды получается. Просто кошмар. Масейкин. О, хороший пас на Балде. Балде, может, принял немножко тяжеловато, но там вроде Аксенов был на подхвате, но Аксенова обокрали. Аксенов не понял, что за ним идет прессинг. Ой-ой-ой. Ух ты, Романов, хорошо. Романов просто машина. Отдает на Маркина. Маркин. Ой, красиво убирает оппонента. Маркин разворачивается. На уровне, конечно, Михаил Александрович. Тимербулатов, Маркин, Аксенов, Масейкин. Аксенов сейчас повыше располагается. Хорошо катает мяч игроки звездочек. Романов. Вот это на Маркина. Маркин не торопится. Дает на Тимербулатова. Тимербулатов. Отыгрывается с Маркиным. Маркин. Хорошо на Аксенова. Аксенов. Отыгрался с тренером и отдал Масейкину. Масейкин. Не выдумывает Владислав. Отыгрывается тоже с тренером. Ой-ой-ой-ой. Масейкин тут подсунул, конечно, Аксенову, но Аксенов мяч сохраняет. Павел, конечно... Уху-уху, как Павел тут развернулся-то на ближней бровке. Отыгрался с Тимербулатовым, сохраняет мяч. Еще раз с Тимербулатовым, там уже Масейкин... Ой, Масейкин, Аксенов, да что ж такое? Паша запустил дальше Романова, а Романов...
Назад на Маркина. Маркин. Ну, последние полторы минуты звездочка просто владеет мячом и даже не торопится. Ну, лучшая защита — это нападение, но, правда, сейчас Аксенов немножко ошибается. Видимо, хотел на Марка Балда отдать, но Балда не успел еще открыться как надо. И владение сейчас будет Росвейна Потекина. На самом деле, звездочкам надо бы не просто владеть мячом, а провести результативную атаку, на мой взгляд, и уже дальше блистать от печки. Ух ты, Маркин пробует накрыть оппонента. Было близко. Ой-ой-ой. Фол со стороны Тимура Булатова. По фолам, кстати, у звездочек больше, чем у Росвейна Потеки. Выходит по итогу. Ну, по крайней мере, пока что. Думаю, вряд ли сильно много изменится за 3 минуты до конца игры. Но, тем не менее. Ну, может, конечно, счет изменится. Вот я именно по нарушениям. Ух ты, Маркин. Хорошо играет Михаил Александрович. Не дает мячу добраться до оппонента. Но при этом атака все равно остается у команды в белом. Подольно сейчас будет бросать мяч. Замена у Ипотеки. Бухарова выпускает. Ну вот Бухарова, да. Бухарова на стандарты надо выпускать. Бухаров очень опасен. И он все-таки набирается головой до мяча. Вот что его стоило сказать. Бухаров — это опасная машина. И пробил поворотом. Просто пропал. Попал в защитник это. Это кошмар, конечно. Как он играет на втором этаже. Как он выбирает позицию. Вроде он невысоко прыгает, но он как скала добирается до своей позиции и дальше играет. Ну, тут Бухаров сейчас тоже добрался до мяча, но дальше немножко сделал. Наверное, сам не понял, что именно он сделал. Алехин. Подает Маркину вести мяч в игру. Маркин далеко вводит. Вводит на Марка. Нет, до Марка мяч не добрался. Но Марк пробует навязать борьбу Корсунцеву. Чуть было мяч у него отобрал. Но Корсунцев все-таки продолжает атаку. Марк уже еще ниже опустился. Подольного пробует съесть. И Марк фолеет. Нарушение правил. Еще одно. Со стороны звездочек. Уже восьмую за эту игру. Полторы минуты остается. И стандарт еще ближе к воротам. Это опасно. И главное, что у звездочек сейчас у их ворот 55-й номер Росвейна Потеки Бухаров. Я не удивлюсь, если будет передача на него адресована. И замена. Меняют Марка Балде. Вместо него выходит Масейкин. Ну, не обкаталась. Новая прическа. Ух, удар поворотом. Это был удар. Однозначно. Десятый удар за эту игру у Росвейна Потеки, но нерезультативный. Вроде бьют, да, но на самом деле вот такого прям, чтоб момент у Ипотеки и нет во втором тайме, и ни одного я не вспомню. Маркин. Дает на Масейкина. Масейкин дальше на Романова. Романов вперед на Цырина. Цырин. Пробует за мяч зацепиться. И там чуть было. Тимур Булатов не создал момент сам для себя, но не получилось. Конаков вводит мяч в игру. Звездочка сейчас всей командой возвращаются домой. А Росвейна Потека пробует всей командой вперед уйти. Ишков. На Корсунцева. Корсунцев. Хороший пас на Бухарова. Бухаров, который центральный защитник по своей природе, сейчас вообще играет центрального форварда. Но в конце игры все правильно. Ну и учитывая, как играет головой Бухаров, все очень даже логично. Можно попробовать просто заброс на него сыграть. Корсунцев пробует достать мяч туда, в центр. Ух, штрафной попробовал пробить издали Павлов, но это тоже не точно. Ну, по сути дела, все равно нет ни одного опасного. Вот по-настоящему опасного момента у Росвейна Потеки во втором тайме. Ни одного. Очень хорошо звездочка играет в обороне, прям на себя не похоже. Но реализация у нее, конечно, как обычно, ужасная. Вот сейчас Масейкин очень неудачный мяч вводит в игру, но сам исправляется, как он накрывает Корсунцева. И хороший пас вперед. Там уже Игорь Цырин за мяч зацепился. Просил нарушение правил, но арбитр его не зафиксировал. Тимур Булатов. Хорошо на Аксенова. Ну, здесь звездочкой нужно пользоваться численным преимуществом. Аксенов, как его прочитал, подольный. И сейчас контратака будет от Росвейна Потеки. И тем временем время-то у нас завершилось, уважаемые друзья. Уже идет добавленное Воронцовым. Не знаю, сколько он добавил. Еще одна атака от звездочек. Романов. 4-2. Звездочки. Но все-таки звездочки сделали то, что они были должны сделать на несколько минут раньше. Они все-таки забили четвертый мяч. Романов по-капитански вколотил. И, по сути дела,
снял вопрос о том, кто должен эту игру выиграть. Смотрим этот гол. И, кстати, уже пока мы смотрим повтор этого забитого мяча, Денис Воронцов сигнализировал о завершении игры, в которой три звездочки МВП одержали очень хорошую победу. Правда, конечно, не с идеальной реализацией, но все логично, это же три звездочки МВП. Ну что ж, по статистике у нас что получается? 24 удара от звездочек, 15 ударов с створа, все, 4 забитых мяча, конечно, мало, забили звездочки, 8 нарушений, у них одна желтая, Рацуин Ипотека 12 ударов, 5, 2 в створ, нарушений у них целых 5 и тоже одна желтая карточка. Что ж, Рацуин Ипотеки, спасибо за участие в этом турнире, в Кубке Юго-Западной Лиги, они хорошо себя показали, хороший футбол они в целом показали, спасибо им за это. Хорошо, они бились в первом тайме, даже доставили серьезные проблемы звездочкам, но... Тем не менее, звездочки выигрывают, идут дальше и идут на пути к тому, чтобы выиграть Кубок Юго-Западной Лиги, чего мы им и желаем. С вами был Ярослав Масеев, Екатерина Постникова и Илана. И что ж, мы с вами увидимся еще обязательно, особенно на играх звездочек. Всем пока и смотрим яркий хайлайт победы трех звездочек МВП. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather. But now I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we gon' make it like Eve and them two locks said. Who not better about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings, not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Taking sour lemons, make lemonade and stop sucking. I am right, it ain't no breaking me. I am right, no shaking me. I am right, it ain't no earthquake kiss me. I am right, oh, I am right, oh, I am right. It ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right. Dusty, but y'all already know it's underneath. Give me some time and keep applying pressure. Watch me shine like the ex-bad boy. It'll all be fine. Dig down deep, search for the energy I can't lose. Get in touch with that inner energy. Game face on, see this mug, you remember me. Focus out the pain, ignore any injuries. Then again, I am rock, can't really injure me. Ship off a piece, all you gon' get is a little me. Got one from almost every tough time in my history. Hence, the new team rock, brother, are you still with me? Got a bunch more. During my last stage of misery, my little G's, that shrimp to me. Are you kidding me? I get stronger every time they try to finish me. Don't die, we multiply. Can I get a witness? I am right, no breaking me. I am right, no shaking me. I am right. Friday the 13th, me and bad luck been happy. He can't hurt me, can't serve me. I win every time I see him, even with all his undermined cheating. Every time I beat him, I think the odds must be his crew, huh? Word, they always been against me too, huh? They can't see me, neither anyone thinking he could keep me out my championship. He fool. I am right, it ain't no breaking me. I am right, no shaking me. I am right, that ain't no earthquake, it's me. I am right, huh? Listen. I am right. It ain't no breaking me. I am right. No shaking me. I am right. That ain't no earthquake kiss me. I am right. Oh, I am right. Oh, I am right. It ain't no breaking.
you solid. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather, but I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we can go make it like Eve and them two locks said. Who not better for about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings. Not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Take them sour lemons, make lemonade.